В актовом зале районной администрации состоялось очередное рабочее совещание. Первым вопросом обсудили создание необходимых условий для содержания, воспитания и обучения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. При отсутствии возможности жизнеустройства детей, дети помещаются на воспитание в различные государственные учреждения. Тип учреждения определяется в зависимости от возраста и состояния здоровья детей. Происходит это только в крайних случаях. В основном детей стараются определить на семейную форму воспитания. В районе 92 семьи усыновителя, 118 семей опекунов и 65 приемных семей, в которых воспитывают в общей сложности 467 детей. Обсудили участие детских команд района во всекубанских турнирах на Кубок губернатора Краснодарского края. Это самые массовые турниры, самые любимые, и к ним всегда относимся с серьезным подходом. Почему? Потому что здесь задача не только принять и выиграть какие-то места определенные, завоевать, но самое главное – это досуговая занятость в летний период. Об устранении замечаний улично-дорожной сети городских и сельских поселений по маршрутам следования школьных автобусов к образовательным организациям отчитался начальник управления по координации работы жилищно-коммунального комплекса Евгений Овчинников. Пока эти работы не завершены, хотя до начала учебного года осталось совсем немного времени. Глава района Андрей Дорошевский потребовал устранить нарушения в кратчайшие сроки.